Самару накрыла мгла. В последние несколько дней над городом появилась устойчивая дымка. Она беспокоит горожан и вызывает массу вопросов. Люди строят догадки, что же это такое и насколько опасно. Дымка, да, напрягает немножко. Напрягает. А что это? Наверное, что-то химическое, наверное, или пожары какие-то. Понятия не имею. Не знаю. Наверное, климатические какие-то условия такие. Дожди шли, может быть, от этого что-то, испарение какое-то. Сомнения, но не мглу, развеяли синоптики. На северо-востоке нашей страны сейчас бушуют лесные пожары. Шлейфы дыма оттуда идут на запад и захватывают Самарскую область. Точки красные, если вам видно, это вот как раз пожары вот в этом месте. Но это 23-й, у нас как раз облачность была. Но вы видите, как вот эти вот пожары, в смысле хвосты, шлейфы дыма распространяются на всю территорию. Эффект помутнения вот атмосферы еще, в общем-то, усугубляется тем, что у нас влажность воздуха все-таки высокая, 60-70-71%. Стоит у нас антициклон, он очень обширный, и вот такая воздушная масса устойчивая не позволяет влажность воздуху, испарению влаги из поверхности земли распространяться в высокие слои атмосферы. Поэтому здесь концентрируется, в общем-то, водяной пар, и происходит вот такое явление, как мы сейчас видим. Для жителей Самары такое явление не опасно, утверждают синоптики. Ежедневный мониторинг атмосферы в области показывает, что концентрация вредных частиц в воздухе не превышена. Нет и фотохимического смога, атмосфера спокойная. Прояснится воздух уже в ближайшее время, когда изменятся потоки воздуха. Марина Матвеевна, Станислав Левин, События.